Всем привет! На связи магазин мотоэкипировки ProEquip. Меня зовут Филипп, и сегодня у нас на обзоре шлем кроссовый O'Neill Spite. Что у нас мы имеем по данному шлему? Вес у него 1450 граммов, сертификат безопасности ESE-2205. Он у нас, в принципе, обладает оболочкой из термопластика, козырек классический, вот этой специфической формы, которой отсекает грунт и летящую грязь. Он у нас имеет небольшой ход и регулируется по высоте, однако не очень сильно. Я думаю, что максимум, наверное, на сантиметра два. Он приподнимается и опускается, крепится при помощи вот этих вот болтов. Вентиляция у нас здесь трехслойная, стоит из трех сеток, две сетки из пластика и одна сетка из поролона. Вентиляция на теменной области у нас представлена двумя воздухозаборниками, на лбу также два воздухозаборника, и сзади у нас есть воздухоотвод, который замаскирован, собственно, под дизайн шлема, практически их никак не видно, а располагаются они у нас вот здесь. Что касается, вентиляция на щеках также здесь у нас присутствует, также заходит сюда и обычно выходит через шею. Внутрянка у нас здесь очень-очень качественная, что достаточно редко встретишь в кроссовых шлемах. На ощупь она мне нравится, она мягенькая, конечно, но в принципе вполне себе, что касается именно качества изготовления, она мне реально заходит. И застежка у нас здесь два кольца, как на любых практически спортивных шлемах. Если вам нравится фирма O'Neill, если вам нравится этот шлем, то ссылку на него мы оставим в описании. А на этом все. С вами был Филипп, канал магазина ProEquip. Подписывайся на наши обновления, ставь большие пальцы вверх. До скорого!